друзья. У нас в гостях Саша Мисько, я думаю, все его знают. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы не будем на камерное здороваться, как в передаче по «Россия-24». Просто начнем наше небольшое... Интервью-беседу. Да. Ты как-нибудь думал свою стратегию продвижения? Потому что понятно, что ты играешь, твоя цель — сыграть свою музыку, но ты делаешь много каверов, и эти каверы успешные. Ну да, так и есть. И цель продвижения, она появилась очень давно на самом деле. Я просто выкладывал каверы на других гитаристов, а потом я выложил свою аранжировку на, кажется, Нирвану, и я увидел, что она набрала больше просмотров. Я подумал, ага, это звучит как план. Но на самом деле это единственный способ продвижения. Тут не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы додуматься до этого. Привлекаешь людей чем-то известным, тем, чем они знают, и потом надеешься, что они захотят копнуть глубже в твое творчество, познакомиться с твоей музыкой, и если она им понравится, то, в принципе, цель выполнена. Слушай, ну а ты до этого выкладывал до Smells Like Teen Spirit на Майка Доуса, Джона Гома? Да, но даже не на них, а на Тревора Гордона Холла, на Тома Салиба, ну, всех моих, скажем так, ранних вдохновителей. И это классная музыка, но... ее совершенно не могут оценить по достоинству, по просмотрам. Ну, наверное, потому что она была записана еще на телефон. Ну. Слушай, ну а вот кого ты назвал, они тоже так продвигают свою музыку? На самом деле нет. Это старшее поколение гитаристов, и они... Их ранние годы, они не застали интернет. Они всегда играли авторскую музыку. А-а-а. И это очень-очень круто. Я считаю, что это просто образцы для подражания. Люди, которые изначально сделали себе имя авторской музыкой. Это стоит очень дорогого. Ну, сейчас ты думаешь, что только если фигачить каверы, а потом свое. То есть такой вариант. Да, ну или можно просто фигачить каверы и быть намного успешнее. Я понял. Ну, слушай, а ну когда ты выкладывал Smells Like Teen Spirit, мы сейчас вставим небольшой Smells Like Teen Spirit. Когда ты выкладывал Smells Like Teen Spirit, ты уже думал о том, так, мне нужно свою музыку, я хочу рассказать о своей истории, поэтому я сейчас выложу Nirvana? Или ты просто хотел выложить то, что умеешь? Я понятия не имел, зачем я это выкладывал, потому что, очевидно, я не думал о качестве контента. Это было видно. Я не знаю, просто появилось желание. Мне кажется, у любого музыканта в один момент появляется желание вылезти из своей комнаты и перестать играть для мамы. А это хоть для кого-то еще поиграть. Но у меня не было, получается, возможности играть хоть где-то. Поэтому я просто увидел, что да, есть YouTube, почему бы туда не выложить? То есть просто как бы не было никаких даже... идея о том, что это куда-то вырастет. Я просто начал выкладывать, потому что чувствовал, что хочу этим поделиться. Я чему-то научился, мне это нравится, вот, оцените меня. А ты играл в Smells Like Teen Spirit для мамы? Для папы еще. Да. Ну, на самом деле, я изначально раньше начал писать авторскую музыку, чем аранжировки, потому что я пришел в фингерстайл из-за авторской музыки. Это сейчас, как бы, последние там лет 10, новомодное движение каверов, как бы, все захватило. Ну, очевидно, потому что оно приносит внимание. Но при этом я в этом стиле из-за авторской музыки. Первый человек, который меня продвинул в этом деле, с которым я познакомился, это был Дон Росс. И он играет только авторскую музыку. Потом это были другие ребята с Candirat Records, там Энди Макки, те же там Престон Рид, Томас Либ. Они все играют авторскую музыку. И я играл их авторскую музыку в огромных количествах. Поэтому у меня даже не было мыслей думать о том, что вот я потом еще каверы буду играть. А каверы я начал играть, потому что это было интересно. Потому что я увидел то, что нет кавера, который мне бы понравился на Smells Like Teen Spirit. Поэтому я решил делать свой. Ну, слушай, а вот сейчас ты каверы делаешь... из любви к этим песням? Да, в основном да. Да? То есть, потому что, если можно заметить, то, что я стараюсь избегать современную музыку на канале, я пытаюсь выбирать музыку, которая нравится мне. То есть, допустим, мои последние аранжировки там на Careless Whisper Джорджа Майкла, на Billie Jean Майкла Джексона, это такие легендарные песни, которые даже не испортить. Что бы я с ними ни сделал, получилось бы более-менее нормально, потому что они сами по себе легендарны. В этом нет моей заслуги. Ну да. И к тому же они потрясающе написаны, там очень крутой текст. То есть я как-то в этом плане человек 80-х. Слушай, я читал в другом интервью, что ты веришь, что дисциплина, труд, это оно бьет талант. Да.
Традиционный вопрос. Сколько часов в день ты занимаешься? Ну, когда я начинал заниматься, когда я вот взорвался идеей фингерстайла, я к тому времени уже 3 года занимался классикой, но я, как везде говорю, я не был хорошим учеником. Mm-hmm. То есть я мог пропускать занятия, я неответственно готовился по заданиям, но потом, хоп, случился Дон Рос, и все, я как бы четко на это подсел, я начал ковырять в интернете, все, находить другие песни его, там другие гитаристов, которых я сейчас считаю своими большими вдохновителями, и вообще я благодарен им за то, что они меня сделали. Mm-hmm. И я играл часов по 6, по 7. Просто я учил их музыку каждый день, и меня мотивировало лишь только то, что вот я услышал песню, она мне очень понравилась, я ее начинаю там повторять, покупаю табы и слышу то, что у меня получается. Она звучит точно так же, ну плюс-минус. И я такой, о, круто, продолжу дальше учить. Это главная мотивация была. Ну сейчас я почти не учу другой музыки, я свою пишу и аранжировки делаю, но я стараюсь хотя бы 2 часа в день уделять. Хорошо там 4 часа, конечно, но 2 часа, причем не просто там сидеть и... А именно под метроном, что-то mm-hmm. там, какие-то своими слабыми участками работать, потому что у меня их хватает. Я просто не показываю их, я не играю пассажи, например. Короче, я посчитал, у тебя 17 миллионов просмотров на Ютубе. А, ну, наверное. Там больше 33 просмотров на Фейсбуке. Расскажи, ты... И ты выступал с туром в Германии и Польше, по-моему, да? В Польше ездил? В Польшу еще не добрался. Добрался? Да, в мае будет. А пока только Германия была. Да, слушай, мне кажется, у тебя меньше выступлений в России, чем за рубежом. Как ты вообще думаешь, в России фингерстайл жив и будет ли жить? Ну, я так понял, ты не очень просто ориентируешься на там, концерты по России, на российскую публику. Я как бы, может это показаться, то, что у меня на канале все по-английски написано, и я как бы стараюсь работать на весь мир, а не только на Россию, но mm-hmm. это вовсе не значит, что я как бы не ценю людей в России. У меня много фанатов в России, причем большая часть русских слушателей активнее выражает свое мнение, свою позицию. То есть, если я хочу получить критику, я, скорее всего, получу их от русского человека. И это здорово, на самом деле, потому что ну, она двигает намного быстрее и продуктивнее, чем бесконечная похвала. Но, как бы, к сожалению, фанатов достаточно, и они все замечательные, они даже покупают мою музыку, но они разбросаны по всей стране. И... просто невозможно собрать концерт часто во многих mm-hmm. местах. То есть в Краснодаре у меня обычный концерт — это 15-20 человек. Ну, правда, без особого промоушена, просто mm-hmm. захотел, поиграл, пришел, вот на тебя люди пришли. Mm-hmm. И все. То есть ни о каких больших залах я не могу на них рассчитывать пока, потому что никто не придет на это. Причем самое интересное, что, как показывает практика, эта музыка может понравиться большинству. Даже людям, которые там думают, что под гитару можно только петь. То есть после концерта, как правило, им нравится, и никто никогда в жизни не говорил мне то, что вот, чувак, мы пришли на кавер, а ты тут какую-то хрень играл 2 часа. Потому что моя концертная программа состоит из пары-тройки каверов. И все. Для меня это просто абсурд — играть полную программу каверов, как будто я в ресторане. То есть мне кажется, что каверы можно и в интернете послушать. Вот. Но никто никогда не говорил то, что, чувак, ты делаешь не то. За что я очень благодарен людям. Но проблема в том, что попробуй их затащи на это. То есть чем их привлечь? Как их привлечь? Даже если каверами люди могут подумать, что это чувак с одной гитарой. Что он будет делать 2 часа? Будет ли это интересно? Ну, ты не думал, что просто у нас еще старая модель концертного промоушена, то, что нужны билборды, нужны афиши, а в Европе уже все вообще в интернете? Да, я думаю, у нас тоже большая часть промоушена идет в интернете, ну, по крайней мере, там, для более-менее молодого поколения. Uh-huh. Но надо же не забывать и о более взрослом поколении, потому что, опять же, эта музыка универсальна совершенно, неважно, там, какого ты... пола, там, религии, возраста, она может понравиться, как и не понравиться, любому человеку. Поэтому я считаю, что это очень хорошо, что эта музыка ориентирована на всех, но при этом в то же время она такой андеграунд, который все-таки нужно знать, как продвигать, и в который нужно вкладывать деньги вначале, не рассчитывая на какую-то прибыль. То есть изначально нужно, конечно, все это устраивать на идеи. Если ты найдешь идейного человека, который это тебе организует, это здорово. Но это не должен быть продюсер, который там после первого концерта захочет откусить от твоего гонорара в 1000 рублей 700. Поэтому я считаю, что все впереди еще. А возможно, просто у нас очень стиль этот позже намного пришел. И, возможно, людям еще нужно привыкнуть, то, что
Вот такое есть. То, что люди играют просто сольные концерты на одной гитаре, и при этом они играют не классику, и это на самом деле это больше бардовская песня по факту. Мы концерты проводим как барды, как сингеры-сонграйтеры. То есть мы разговариваем с публикой, мы шутим, это совершенно квартирная обстановка, квартирниковская, даже если это огромный зал. И это очень здорово, я считаю, потому что мне на классических концертах, которые я посещал, очень не хватало вот этого живого общения с публикой, которая как бы показывает, что исполнитель это не какой-то там великий на вершине горы, который он может быть таким, но то, что когда он с тобой контактирует, ты чувствуешь, что вы как бы на одной волне, и то, что у вас такое какое-то взаимное уважение, что ли. Ну, то есть мне это очень нравится, и свои концерты я стараюсь вести именно так. Ну, а как тебе концерт, который пошли вот в Германии, как тебя встречали? Это был очень интересный опыт для меня, потому что, опять же, до этого я играл свою музыку только в России и в Ютубе, но Ютуб не считается, поэтому для меня это было очень важно, потому что я поехал туда по факту с той же программой, которую я, в общем-то, играю в России, то есть это два отделения авторской музыки с двумя каверами где-то там в середине второго отделения. И, конечно, я как бы волновался, потому что, правда, может быть, эти люди пришли на каверы, может, им там от меня больше ничего не интересно, а как они будут реагировать на мои шутки, ведь я должен буду говорить по-английски, и надо при этом вести себя уверенно, и при этом нет смысла писать себе какие-то заготовки на три страницы, потому что ты все забудешь все равно от волнения, и если будешь вспоминать, это будет вообще нелепо выглядеть. Что я там писал? Поэтому я старался больше импровизировать, и очень здорово, что публика... Реагировала? Да, реагировала. Она приняла очень меня тепло. Я очень-очень благодарен и организаторам, которые в меня поверили, и людям, которые пришли, потому что это был нереальный опыт для меня. Это люди, которые действительно пришли слушать мою музыку, которые слушали меня, которые контактировали со мной, которым было смешно от моих шуток, что обычно не происходит в России. Поэтому это было очень-очень приятно, и я думаю, что в этом направлении надо работать. Еще есть над чем работать, просто тысяча детей, дел, которыми можно стать лучше, но это только опытом решается. Чем больше концертов, тем увереннее ты себя чувствуешь. Но если бы тебе такой провокационный вопрос, если тебе сейчас предложили, Саш, у нас готовый тур по России, 10 городов, и готовый тур по Европе, куда ты поехал? Я не знаю, это сложный вопрос. Я бы посмотрел... Что за города? Да, что за города. И какая погода? И что за места, и какая погода, да. Нет, потому что... Как бы тут мне не важно, Россия или там какая любая страна, потому что я готов играть для как бы, любой страны по факту. И я говорю, музыка универсальная, и единственное, что в России я не буду шутить про то, что я русский. Вот. А так-то получается, что в идеале лучше бы объединить это все сначала по России, прокатиться, а потом поехать. Потому что я ничего не имею против России. Это классная страна, я люблю свою страну. Это может только показаться, что я там такой западноориентированный, ну потому что Цоя не играю очень. А так вообще я был бы очень рад, если в России все это движение закрутится так, что я буду знать, что есть люди там в каком-нибудь, я не знаю, Новокузнецке или Красноярске, которые смогут организовать мне там 50-60 человек на концерте. Мы же не говорим о стадионах, да? То есть 50-60 человек – это достаточно маленький зал. Это бардовский формат? Это бардовский формат, да. Но при этом, опять же, я считаю, что это немного уходит за пределы бардовской песни, потому что все-таки нам нужна интимная атмосфера, нам не нужны вот это клацание стаканов в баре там, или звенящие тарелки и ложки. То есть все-таки эта музыка, я считаю, чтобы получить от нее максимальное наслаждение, нужно как бы быть готовым слушать ее. Это не фоновая музыка. Она может легко стать фоновой музыкой. Я тысячу раз говорил о том, что гитара не рок-группа, ее легко перекричать, ее легко переговорить, даже если ты сидишь в первом ряду. Но, как бы, получается, сам себя лишаешь удовольствия. Потому что чем сильнее ты настроен принимать, тем больше ты получишь от исполнителя. Да и исполнитель видит, на самом деле, когда люди заинтересованы, он начинает как-то сильнее отдаваться. Ну, по крайней мере, я за собой это замечаю, то, что когда люди меня не слушают, а такое случалось очень часто, я начинал с баров в свое время, там, 17-18 лет, и ты просто закрываешься в себе. Ты не хочешь ничего рассказывать о музыке, потому что им неинтересно это. Ты не хочешь, как бы, показывать какую-то свою... причастность, начинаешь играть сам для себя. И как бы самому себе неприятно от этого. И понимаешь, что и людям, которые пришли на тебя, тоже неприятно. Это то, над чем надо работать. В любой ситуации быть артистом, а не зависящим от этих обстоятельств человеком. Давай сделаем небольшое заявление. 50-60 человек. Я почему сказал, что это бардовский формат, то что я считаю, ну это вообще, ну, адекватные цифры. Так что если вы хотите пригласить Сашу в свой город, мы оставим его email. На моем лице. Да.
Слушай, я знаю, что ты учишься, по-моему, на филолога, правильно? Да, на лингвиста. На лингвиста. Ну, это... Долго тебе осталось? Мне осталось полтора года. Полтора года. Меньше чуть-чуть. А, слушай, у тебя был какой-то момент, когда ты понял, что не быть тебе лингвистом и не работать в лингвистической организации, а быть тебе гитаристом? Или ты до сих пор сомневаешься? Я... Не, на самом деле я не сомневаюсь, потому что я как бы... Давно это решил для себя, когда увидел, что есть продвижение, что есть люди, готовые меня слушать. Потому что изначально, как бы это как-то не пафосно не звучало, но все это для людей было. То есть я уже тысячу раз говорил, что нет никакого проекта Александр Мисько, который там зарабатывает миллионы долларов. То есть это просто как бы я, как музыкант, который хочет делиться с людьми своей музыкой. И все. То есть, как бы у меня никогда там не было планов заработать или там миллионы просмотров рекламы нагнать там, с фейковыми подписчиками на канале. То есть я просто все это время делал то, что мне нравится. И когда я вижу то, что людям это нравится, это же здорово. То есть, что мне еще нужно? Когда люди, допустим, покупают мои диски, там, готовы меня приглашать, когда я получаю адекватные гонорары за концерт, что мне еще нужно? То есть, мне не нужны миллионы, мне нужно просто реализовываться как человек, как личность. И это отличный способ реализации. А лингвистика мне помогает не заикаться, когда я говорю с иностранцами на концертах, и это самое важное, что я оттуда могу подчеркнуть. То есть я, конечно, когда поступал туда на первом курсе, это было 3 года назад, и тогда я был совсем на ином уровне. У меня тогда вышел только первый альбом, да и то, по-моему, не сразу, и его так никто не заметил особо в то время, поэтому я и думал, что ну хобби и хобби, буду там на всякий случай иметь профессию. Но оно в итоге так и получается. Надо доучиться, хотя это сложно, потому что все-таки хочется гастролировать, но я понимаю, что я все время загнан в расписание сессий и всего вот этого дела. Но я пытаюсь все совмещать до тех пор, пока вот у меня получается. Потому что я понимаю, что музыка в приоритете, и она должна быть. Потому что если я не поиграю один день, я уже чувствую, что я что-то потерял. Время идет. Я, несмотря на то, что мне 20, я чувствую то, что можно быть продуктивнее. Я чувствую то, что не стоит... Ну, жить-то надо, конечно, отдыхать надо. Но и 2 часа на гитаре в день поиграть – это смешно просто. У тебя 12-13 часов днем есть на всякую там билиберду. И ты не можешь найти 2 часа поиграть – это смешно. Это какая-то глупая отмазка для меня. Поэтому я себя очень плохо чувствую, когда мне не удается это сделать. Время терять не хочется. Ну да, да. Слушай, ну а как твои родители вообще отнеслись? Они когда-нибудь поняли, что Саша не будет лингвистом? Ну, мне повезло, то, что родители у меня очень такие понимающие, и мои самые первые слушатели, которые всегда первым делом там слушают мои наработки, мои песни, оценивают. Причем очень важно, что они не музыканты, и они оценивают мою музыку с точки зрения не технических наворотов, а музыки, то есть музыкальной ценности. Это очень важно для меня. Но это другая как бы тема для разговора, о том, что все-таки я пытаюсь писать музыку, а не технику. Но это со странной техникой. Да. Но, в общем-то, я им очень благодарен за то, что они меня поддерживают. Само собой, я обещал им закончить университет, и я это сделаю. Но они уж точно не будут против, если я буду заниматься тем, от чего я становлюсь счастливым. От того, это работа, но я не могу воспринимать ее работой. После концерта я усталый, я выдохшийся эмоционально, но я счастливый. Я сделал то, что мне нравится, и людям это понравилось. И я играл то, что мне нравится. То есть это такой потрясающий обмен эмоциями, что это не сравнится ни с одной там работой в офисе и все такое. Хотя да, работа музыканта нестабильна, если ты сломаешь палец, ты окажешься на улице. Но я к этому готов, у меня есть немного денег на общежитие. Я понял. Но с другой стороны, если ты сломаешь спину, ты тоже в офис не можешь ходить. Ну, я могу дома делать переводы. Я альбомы могу дома записывать со сломанной спиной. Я понял. Да, это смешно. Расскажи в 2 словах. У тебя в апреле в Москве концерт большой. Да, это очень такое для меня важное событие, потому что до этого я в Москве играл, это не первое мое посещение, но в этот раз мы хотим собрать серьезный концерт, чтобы это было, ну, и людей побольше пришло, и чтобы у нас и зал был хороший, и полноценная сцена, то есть, чтобы это было похоже на концерт, а не на там квартирник, хотя я, опять же, люблю квартирники, но я чувствую, что можно сделать лучше, и я очень хочу, чтобы люди пришли и познакомились с моим творчеством, которые там следят за мной на YouTube, но я считаю, что я не YouTube-музыкант, я не хочу быть вечно YouTube-музыкантом, я хочу выступать, я хочу делиться с людьми музыкой вживую, это не сравнится с видосиками. Поэтому, ребята, 8 апреля, клуб «Лес», Москва, пожалуйста.
Да, welcome. Ну, на самом деле, насчет твоей музыки, это работает то, что ты говоришь, что есть люди заинтересовываются, потом слушают музыку. И, слушай, я когда слушал твои альбомы, мне пришел вопрос, ты вообще слышишь свою музыку сразу как гитарную аранжировку, или ты слышишь, что она играет, например, не знаю, там, в балансенной группе, или, может быть, оркестровка? Это зависит от произведения, на самом деле, как бы, и зависит от периода творчества, которое mm-hmm. мы берем. Мой первый альбом, это были лучшие мои работы там, с 16 по 18 лет. Mm-hmm. То есть это были эксперименты, это были там уход в какой-то математический металл иногда. То есть меня просто кидало тогда по жанрам, mm-hmm. и я постоянно экспериментировал с подходами. То есть где-то все начиналось с рифа какого-то хорошего, где-то все начиналось с эмоций, с идей, и дальше все само выстраивалось. Я даже не могу, я никогда не воспроизведу это ощущение, потому что оно само у тебя вот вылилось. Где-то это были специальные какие-то задумки о том, что ага, я тут хочу там полиметрию, размеры поменять, какую-то такую сложную хрень намутить, которую никто не поймет и никому эта музыка не понравится. Вот. Но сейчас как бы подход такой, что я само собой пытаюсь совмещать два важных аспекта. То есть я пытаюсь написать что-то каждый раз, что я не писал до этого, даже в плане техники. То есть каждый раз я хочу показать, вот, вернее, исследовать какой-то новый участок вот, звука, uh-huh. техники, на которой можно построить какую-то часть композиции. То есть как бы есть интерес двигать вот, само понимание гитары, того, как она воспринимается, куда-то дальше, за пределы гитары. И второй аспект, само собой, эта музыка должна передавать эмоции. Если я начну писать что-то исключительно техническое, я далеко на этом не уйду. Это будет один риф для Инстаграма. Uh-huh. Но когда у тебя за этим стоит какое-то впечатление, эмоция, что-то ты хочешь, что ты хочешь передать людям, то, как правило, произведение рождается за 5-6 часов вот в один присест. Ты сел, из тебя все вылилось, и потом тебе осталось только там в течение недели отработать это, что-то там минимально подкорректировать, но в общем произведение готово. И вот так написанные произведения я считаю своими самыми лучшими. О них всегда есть что рассказать, всегда есть чем поделиться, каждый раз они звучат как-то вот по-новому, в зависимости от того, вот с какими эмоциями ты это играешь. И это для меня важно очень. Главное, чтобы музыка несла в себе какой-то смысл. Mm-hmm. Как бы технические этюды это круто, но это не то, это для учебников. Я пишу музыку в первую очередь, которая вот. Я, и самое важное, что я нацелен на не музыкантов. Угу. Я не очень-то хочу, чтобы, допустим, на мои концерты ходили одни гитаристы. Да. Это здорово, конечно, гитаристы ничем не хуже обычных людей. Да, обычных людей. Мы же тоже вроде обычные люди. Но главная цель, чтобы эту музыку можно было послушать в машине, угу. послушать дома, послушать в плеере, чтобы картинка. Конечно, я понимаю, глупо отрицать, что это стиль визуально притягивающий. Uh-huh. Это фишка, это надо использовать. Этого не надо стыдиться, что у тебя зрелищная музыка. Uh-huh. Но в конце концов, это палка о двух концах. Это uh-huh. должно быть интересно смотреть, но при этом это должно быть интересно слушать в отрыве. Если я знаю, что там альбом покупается, и, скорее всего, люди слушают это в машинах где-то еще, на по дороге там домой, я чувствую, что, ну, блин, наверное, я пытаюсь сделать что-то правильное, потому что иначе это были бы просто, ну, действительно цирковые номера, угу. что тоже здорово, это привлекает людей, но это вот баланс тонкий, который всегда надо соблюдать, ценность между, и ценность, зрелищность, чтобы ничего не перевешивало. Давай поговорим про твой инструмент. Да. Самый, наверное, частый вопрос, который тебе задают, это колки. А, колки. Да? Да, не, ну и много чего на самом деле. Ну, какой самый популярный вопрос тебе задают? Ой, я не помню, почему она так странно выглядит. А, нет, я знаю, ты что, левша? Да, да, чуть-чуть. Расскажи про колки. Про колки. Да, как это работает? Это мой главный секрет. Да, я не люблю об этом говорить, потому что мне выгодно, чтобы люди думали, что я перестраиваю все на слух. Сейчас почувствовал себя просто нубом. Я не понял, ты играл или настаивал гитару? На самом деле это банджо-колки от фирмы Beacon Banjo. Их производил в свое время Мартин Кит. Сейчас этим занимается его сын. Они сделаны вручную в Вудстоке в Америке. И главная фишка в том, что у них есть верхняя точка, которую мы закрепляем черным болтиком, и нижняя точка, которую мы закрепляем серебристым болтиком. Собственно говоря, это и вся их все и предназначение. Что значит верхняя и нижняя? Верхняя — это значит, что мы берем ноту, допустим, это нота до диез, закрепили ее, опускаем вниз,
завертели серебристый болтик, и все. И то есть колок вращается только между этими двумя позициями? Да, только между этими двумя позициями. И дальше он никуда не уйдет. Ни ниже, ни выше. Поэтому... Я понял. То есть, если ты хочешь ниже или выше подстроить гитару, надо будет... просто эти болтики отпускаешь. Или отпускать болтики, либо если мне нужен все тот же промежуток, но у меня меняется строй, и, допустим, этот промежуток переезжает ниже, я могу весь его поднять машинкой для скрипки, для микроподстройки. Мне для этого не нужно размыкать механизм, я могу просто струну поднять всю выше, и тогда весь этот промежуток тоже переедет. Я понял, да. Прикольно. И поэтому, да, можно делать всякие крутые штуки в духе. Ну или можно просто баловаться. А ты можешь одной рукой два колка крутить? Пока еще нет. Но я работаю над этим. Но опять же, главная фишка даже не только в том, что ты можешь делать вот эти крутые флажолетные бенды или там любые тэппинговые бенды, а фишка в том, что ты можешь беззвучно менять строй на ходу. Когда у тебя, вот в моих последних аранжировках я часто использую три строя или два строя, потому что ты играешь припев, а потом, допустим, у тебя модуляция куплете, и ты понимаешь, что у тебя там не работает какая-то струна, она диссонирует, и у меня меньше открытых струн становится. Мне приходится там все на барешках играть или что-то еще. А что мне для этого нужно сделать? Просто беззвучно струну опустить. Допустим, там вот у меня строй. Прикольно. Да, это можно делать беззвучно. Или делать перкуссионную вставку, в это время просто опустить рукой колок и все. Ну, потом надо будет найти момент поднять, конечно, потому что его надо будет вернуть, и для этого нужно все равно одну руку отпускать. Но это как уже задачка, как пазл складывается. Но это, безусловно, открывает миллион возможностей, потому что можно все струны перестроить на ходу в любой там, который тебе нужно строй, и они работают в любых промежутках. Я могу крутить на полтона, могу на четверть тона, могу на два тона, на три тона. Ну, правда, это будет струну сильнее изнашивать. Но сам факт, то, что такая возможность есть, и когда ты используешь в аранжировке три или два строя, у тебя, ну или в своей авторской композиции, намного больше возможностей открывается. Ты можешь буквально все что угодно делать. И при этом не зависеть от конкретной тональности. У тебя тональность изменилась, ты вместе с ней изменил строй. Слушай, это круто. Что надо, чтобы установить? Просто ты заказывал колки и отнес к мастеру, да? Он все сделал. Не, можно самому установить на самом деле. Это обычные колки. То есть здесь отверстие такое же, как... Отверстие такое же, да, только иногда может не хватить толщины грифа. То есть они чуть короче, чем гитарные колки, поэтому ты их вставляешь, болтик, гайка не закручивается. Поэтому приходится снимать часть накладки снизу, допустим, или сверху, просто сделать ее тоньше. Но это единственная разница. Но на самом деле это не только плюсы, с ними миллион проблем. Во-первых, это банджо-технологии, они несовершенны, это технологии 60-х годов прошлого века. И просто на гитаре это все еще в новинку, но банджисты, банджо-плееры, они пользуются этим 60-х годов. То есть, и поэтому для них это совершенно не сюрприз. Но, опять же, неудобство в том, что колки очень быстро крутятся. Это здесь... Коэффициент маленький. Коэффициент 4 к 1 вместо 16 или 18 к 1, как на гитарных колках. Поэтому, в общем-то, у меня есть нота ре, и у меня есть ничего. Понятно. В полоборота колка. Это джент. Вот. И вот я... Да, это неудобно. Это, да. Но эффект прикольный. Да, для этого мне нужно использовать микроподстройку. Да. Потому что я могу очень легко промахнуться мимо ноты, когда настраиваю колком. Ну, микроподстройка в этом плане помогает, но это костыли. Да. Это не круто. И, во-вторых, иногда промежутки сбиваются, как и любое несовершенное изобретение. Нельзя всегда надеяться на то, что вот ты... настроил гитару, быстро выставил, и начал играть. Иногда нужно проверять. Иногда получается, что даже если ты выставил верхнюю и нижнюю точку, ты крутишь вверх, ага, ну чуть-чуть выше идет, на четверть буквально. Да, да. Просто потому, что вот так струна здесь как-то там скользит, и все. И тебе нужно заново все это выставить. Ну, на концертах, само собой, для этого у меня заготовлена куча смешных и не очень историй. Ну, сам факт, что ради экспериментов, ради продвижения вперед, это стоит того. Но это совершенно не идеальная система, которая вот в любой момент функционирует как надо. С этим приходится мириться. Начиная от того, что еще и порожки нужны специальные, чтобы ты не стер струны. То, что смазывать все это надо. Колки тоже надо смазывать, правда, раз в 20 лет. Но сам факт, они работают на такой механике, да. Непростая жизнь. Непростая жизнь. С банджо-колками. А скажи, что еще особенного у тебя?
Что еще особенного? Ну, по факту, это леворукая гитара, это уже что-то особенное. Да. Ну, а так, да, это гитара от фирмы Baton Rouge, которую я с гордостью являюсь эндорсером. Это замечательные гитары. И, наверное, из интересного я могу сказать то, что у меня тут очень сложная система звукоснимателей. Это смесь из... На этой гитаре конкретно 4 звукоснимателей. Это магнитный звукосниматель K&K, который... Самый лучший звукосниматель, который можно придумать для эффектов. На педалях разных он не снимает корпус, ему совершенно плевать на перкуссии, он снимает только струны. Но звучит как плохая электрогитара, если ничего к нему не примешивать. Поэтому его только в смеси с чем-то надо использовать. И да, он дает классный тэппинг без вот этих вот ужасных призвуков. Он звучит очень классно. Вторая система — это K&K Trinity. Это микрофон внутренний, и вот здесь где-то 3 датчика стоят. Ну, на самом деле, датчики — это фигня. Я никогда не замечал, что они что-то делают. Но микрофон — крутая штука. Он, во-первых, в него можно петь. Это очень крутая фишка. Особенно, если ты там что-то экспериментальное делаешь. А во-вторых, он снимает корпус. То есть все такие крутые штуки он снимает. И причем в любом месте гитары, за исключением только почему-то звука вот здесь. Меня это... чуть-чуть огорчило. Ну, это мелочь. Мне нужен этот звук. Вот. И это второй канал уже идет. И даже если мы эти два сигнала смешаем, это уже будет нормальная гитара без микрофона. Третий канал — это MySai Trio System. Это подпорожковый звукосниматель, который мне нужен просто для того, чтобы звук был еще чуть объемнее. И с ним запараллелен ZP-25, любимый, который Максим придумал, изобрел, паял мне. Вот. И он приклеен вот здесь исключительно для бочки. И это мой третий сигнал, они запараллелены вместе. Но я пришел к выводу со временем, то, что мне нужно 2 ZP-25, или от K&K, они выпускают классные штуки, Big Shot, Big Twin. Это такие пьезики, но их 2. И я понял, что мне не хватает бочки здесь. Круто бы поставить еще одну сюда. Потому что в разных ситуациях мы не только здесь делаем бочку, но и здесь. А когда у нас на микрофоне скручены низы, бочки вот здесь совершенно нет. Она тут звучит вот так, а здесь звучит вот так. И из-за этого очень огромный контраст получается. Мне это не нравится, поэтому на следующей, на другой гитаре я поставил уже 2 бочки. И уже поставил? Уже поставил, да. Как тебе? Намного лучше, на самом деле. Ну, просто когда я играю здесь, у меня есть бочка. Я здесь учу не часто, но эта зона очень крутая, потому что ее можно объединять с шейкерами. То есть... И я не могу здесь так делать. А здесь, если я так делаю, у меня нет бочки. Поэтому это вечная дилемма. Ага. И только звукоснимателями это решается. Круто. Ты затычку не используешь резиновую? Затычку — нестандартная дырочка здесь. Она овальная, сюда ничего не влезает, к сожалению. Но никогда не имела больших проблем с фидбэком. Чем больше сцена, тем чем лучше отстроены мониторы. Ну, никогда такого не случается. Круто. Фидбэк есть только если ты дома перед комбиком сядешь, и тогда да. Ну, ты сам виноват. Да. У тебя свои ногти или ты делаешь ногти? Или я делаю маникюр? Не, на самом деле у меня мои ногти. Иногда. В прошлом году мне пришлось клеить типсу на большой палец, потому что я его сломал, а без этого ногтя я ничего не могу сделать в этой жизни. Но как бы так я пользуюсь своими ногтями. Они у меня совершенно коротенькие. То есть я никогда не играл длинными ногтями. И я не могу играть длинными ногтями. Они сотрутся быстрее, чем я их отращу. Но они у меня покрыты укрепляющим лаком, который можно купить в любом магазине. И, собственно говоря, это мне помогает играть. То есть он не укрепляет ногти на самом деле. Единственный его плюс — то, что когда ты играешь очень агрессивно, там делаешь всякие там жесткие штуки, первым делом слетает лак, а не твой ноготь. То есть ты не повреждаешь свое покрытие, а просто так куски лака отлетают, и после концерта ты такой смотришь: ага, тут нет куска лака, тут где-то, но ногти целые. И это самое важное, потому что при такой агрессивной игре, просто если у тебя подряд несколько концертов каждый день, ты не дотянешь даже до 4-5 концерта, что-то случится. Поэтому, ну, нужно, во-первых, аккуратно играть, а на всяких агрессивных штуках, ну, ногти неизбежно стираются, особенно если ты там делаешь какой-нибудь бой агрессивный, да, там одним пальцем. Если я так поиграю 30 минут, у меня полностью лака здесь не будет. А потом начнет ноготь убиваться. Поэтому... Но я рад, что они сильные у меня, поэтому мне не приходится их наращивать. Ага. И в этом мне повезло, что я могу на достаточно толстых струнах играть. И... Ну да, и плюс еще и всю гитару затирать ими. И затирать, да, потому что очень классный звук. Везде разный. Можно даже это подключить. Все что угодно. Круто, круто. Автограф Джома Гома. Расскажи, когда ты первый раз с ним встретился?
Я с ним встретился на выставке Guitar Summit в Мангейме в сентябре. Ага. У нас там были совместные концерты, мастер-классы, и это было... Совместные с Джон Вон? Ну, со всеми. Там еще был Тобиас Роушер и Эммануэль Джамал. Ага. Это очень крутые фингерстайл ребята. И опять же, почему они крутые? Они авторскую музыку играют. Это я там один каверщик. Вот. И это был, во-первых, мой первый выезд вообще куда-то за пределы. Ну, погоди. Они вообще ни одного кавера не сыграли? Нет. Да? Ну, у Джона Глома есть пара каверов в репертуаре, но он все-таки авторскую музыку пишет. Турят со своей авторской музыкой. Им даже не нужны эти каверы для продвижения. Ну, блин, чего еще желать в жизни? Вот. И, ну, во-первых, да, потому что они жутко талантливые ребята. И образцы для подражания. Ну, в любом случае, это была моя первая встреча с звездами такого вот уже мирового уровня. И, ну, конечно, как бы один из там главных вдохновителей, я не буду скрывать, это Джон Глом. То есть не кумир, потому что я не люблю слово кумир. Ты становишься слишком похожим на кумира, если у тебя есть кумир. Но вдохновитель, потому что он как раз, наверное, для меня в некотором плане в свое время был образцом для человека, который не боится экспериментировать, не боится делать что-то новое, и от него можно много чего взять интересного. Хотя бы эти колки, которые я по факту первый раз увидел у него, но потом я узнал, то, что есть еще гитарист, Эдриан Лэг в 80-х первый поставил их на свою гитару, но как бы я решил пойти дальше, я тоже все поставил, у Джона Глома их всего два, я подумал, что ну почему бы не развить эту идею до абсурда. Вот. И он очень потрясающий человек. Когда мы с ним увиделись, я как раз отыграл свою программу, собираюсь, он там идет ко мне, он же меня знает, мы с ним общались, там, Александр, и я такой, я разрыдался, как девочка, но это было очень забавно, потому что, ну, он подходит ко мне, мы обнимаемся, и я просто рыдаю, как сучка, потому что я ничего не могу с собой сделать, ну, это такой опыт, я не знаю. Ну, круто, слушай, когда ты встречаешься с вдохновителем, это вообще... Да, ну, потом мы с ним виделись еще несколько раз после этого, как раз он поставил мой автограф. Этот автограф, когда я был в туре по Германии, я нашел день, чтобы съездить к нему на концерт на другой конец страны, и опять же привез гитару, потому что подумал, что эта гитара скоро уйдет на пенсию, в любом случае, есть новая, но почему бы не вот увековечить его влияние на меня вот таким образом. То есть я считаю, что это очень круто. Возможно, это помогает мне играть лучше. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Но звучит, по крайней мере, лучше с ней. Да, я согласен. На этой веселой ноте мы заканчиваем наше интервью. Саша, 8 апреля. 8 апреля, Москва. Этот канал подписка. Ну и вы остальное знаете, что делать. Спасибо огромное, Саша, за интервью. Тебе спасибо большое. В конце уже можно как бы на камерно попрощаться. Ну все, круто. Спасибо большое. Очень рад был увидеться.